Ну и главное, что нам как ничего, мы железные, наверное, да? Мы? Ну, как минимум, пластиковые. Обсидиантовые. Все нормально. 96. Да что ж там говорить, мы можем сутками работать. Вот что говорили под конец марафона радиоведущие Дмитрий Мишаков и Антон Давыдов. Сегодня весь день в прямом эфире они выпытывали у своих гостей секреты красоты. Если вы фотографируетесь в полный рост, то фотографа ставьте на колени, чтобы он стоял на коленях перед вами и фотографировал. Выше, потому что ноги длиннее, да? Ноги будут длиннющие. Этот лайфхак рекомендует блогер Александра Солнечная любителям красивых фотографий и показала самые выгодные позы для девочек. Раз на носочке, раз вот так. И никто не знает, что у меня маленький рост. Охотно делилась своими секретами Александра, благодаря которым красивыми фотографиями сможет похвастаться любая девушка. А вот Ирина Егорова рассказала о бьюти-тайнах мужчин. И если мужским маникюром и депиляцией уже никого не удивить, то есть и такие секреты мужской привлекательности, о которых мало кто догадывается. Ламинирование ресниц мужчины тоже предпочитают. Это придание ресницам формы, подкрученной формы, как будто реснички подкрашены. На верхнее веко ложится бигуди. Бигуди. Да, и на нее маленький-прималенький. Маленький-прималенький бигуди. И ресница укладывается на эту бигудю. Что касается секретов гардероба, нельзя сочетать только шубу с купальником в Сибири, говорит эксперт по стилю Евгения Герасимова. А советы дает такие. Осенью модные вины и постельные цвета и текстурные ткани. 70% гардероба – вещи базовые, остальные 30% – то, что модно в этом сезоне. Допустим, осень, все стилисты предлагают плащи. Это может быть в стиле матрицы, черный, глянцевый, черный матовый. Именно длинный, да. В течение дня на волне радио «Сибирь» 103,7 в Абакане и 106,5 в Саяногорске своими секретами поделились больше десятка человек. Психологи, модели, блогеры, участники телепроектов и другие представители красивых профессий давали советы и рассказывали свои сокровенные истории. Завершился сегодняшний 12-часовой радиомарафон музыкально. В эфире спела Анастасия Юхнова. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы обживала возле трасс. Я бы стала самой богатой в Абакане. В планах у организаторов проводить такие радиомарафоны каждый месяц на самые актуальные темы. Следующий ждем в октябре. Поговорим про Новый год. Следите за информацией на нашем сайте ctv7.ru и в соцсетях радиостанции «Сибирь». Алена Тренкина, Григорий Сараев, Нота Бене.